Продолжаем видеообзор, посвященный запискам Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества из фондов областного историко-краеведческого музея города Семей. Настоящий пятый выпуск записок за 1911 год был посвящен Григорию Николаевичу Потанину и Василию Васильевичу Сапожникову. В сборник вошли две отдельные работы о этих прославленных ученых, краеведах, о их биографии и научно-просветительской деятельности. Потанин занимает особое место среди ученых-краеведов. Он, изучая природу, нераздельно с этим изучал и жизнь человека. Сапожников, ученый Томского университета, специализировался по флоре и фауне. Он также много времени посвятил изучению обширного Семипалатинского края. Статьи Аверина и Лаврова «Материалы к изучению фауны птиц Томской губернии» сообщается, что это совместная работа двух авторов, в которой Лавров предоставил рукописи с результатами его наблюдения над птицами ближайших окрестностей Змеиногорска. Вместе с рукописями прислал также обширную коллекцию птиц. Эта коллекция позже была приобретена зоологическим кабинетом Харьковского университета. Так как Змеиногорский уезд в отношении фауны птиц был исследован мало, поэтому сообщения Лаврова имели большую научную ценность. Аверин изложил эти наблюдения в научной работе, сделав предварительно проверку определения птиц. Следующая статья Пахомова «Киргизское хозяйство на Ах-Кабе и на верховьях Курчума». Автор пишет: «Будучи заброшены в глухой уголок Алтая, отдаленные от русских поселков, труднодоступными горами, киргизы сохранили еще во многом свой первоначальный неповторимый облик». Автор пишет, что киргизы, заселявшие Ах-Кобу и Бугу-Муис, принадлежат к родам Каратай и Тертеуль. Главным занятием населения является скотоводство. На первом месте стоят лошади, за ними идут овцы и бараны. Менее состоятельное население разводит по преимуществу коров и быков. Описывается жилище киргиз. Например, теплые постройки были из дерева или из камня. В качестве примера пишет о доме хозяина Баямбай Телемеса, все семейство которого состояло из 4 человек. Его кстаку в длину и в ширину было 5 аршин. Дома имелась каменная печь, а также пристрой к дому аузи в длину 7 аршин. Также автор в своей работе пишет о истории заселения края русскими. Работа Герасимова «В долине Бухтармы» – это краткий исторический, историко-географический очерк с 3 таблицами цифр. Темой исследования была история края, история заселения Бухтарминской долины, а одной из страниц колониального движения русских к востоку. Автор описывает уклад жизни населения Бухтарминской долины на примере села Сенное. Население в основном состояло из православных и старообрядцев. Описывается жилище, одежда, орудия труда, пища и напитки, занятия и промыслы, семейный быт, суеверия и гадания, народная медицина и народное творчество. А также в сборник вошел отчет о деятельности Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества за 1909 год. В него вошли сведения о составе подотдела, о библиотеке, о музее, отчет по кассе подотдела, протоколы общих собраний и заседаний распорядительного комитета за 1909 год. Следующий обзор будет посвящен шестому выпуску записок Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества за 1912 год.